Добрый день, с вами канал Малорама, первый фрагмент 55-й серии сериала «Зимородок». Ифакат, Кая, Суна и Орхан отправились на ужин, но Орхану пришла плохая новость. Он узнал, что жизнь Казыма висит на волоске, и он сейчас в больнице. Орхан понимает, что это произошло по его вине, и ему грозит обвинение в покушении на убийство Казыма. Казым Шанлы, находясь на грани жизни и смерти, завещает своим дочерям отомстить Карханам. Сиран и Суна, находясь в больнице, переживают за жизнь отца. Они обнимаются, забыв о своих старых обидах. Они понимают, что сейчас самое главное – это спасти жизнь Казыму. Все присутствующие в больнице молятся за жизнь Казыма, они надеются, что он выживет. Халис радуется и начинает смеяться. Он говорит, что он Халис Кархан, и он не будет связываться с псами и шакалами. Он не опустится до такой низости. Ферит увидит в ужасном состоянии своего отца, который скажет, что он не в порядке, совсем не в порядке. Орхан будет раздавлен такой новостью. Ведь понимает, что это его вина и не знает, что ему сейчас делать. Он боится, что его посадят в тюрьму, если Казым умрет, и расскажет о своих страхах Фериту и попросит у него помощи. Ифакат, увидев приступ, что будет у Орхана, придет, чтобы успокоить его. Сиран, которая также находится в больнице, спрашивает Ферита, сделал ли это его отец. Но не дождавшись ответа, она уходит прочь. Сиран говорит Суне, что они должны бороться за справедливость. Она скажет, что до сегодняшнего дня они не хотели быть дочерьми Казыма Шанлы, но сейчас пришло время стать ими. Орхан просит помощи у Ферита. Он не знает, что ему делать, и ему страшно. Ферит обнимает отца и говорит ему, что он не оставит его одного. Он готов сделать все, чтобы спасти его. Что будет дальше? Выживет ли Казым? И неужели Ферит готов будет взять вину отца на себя? Ответы на эти вопросы мы узнаем в следующей серии сериала «Зимородок», которая выйдет 26 января в 20:00 на телеканале Star TV. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч!